Дорогой Дедушка Мороз. Дорогой Дедушка Мороз. Дорогой Дедушка Мороз. О, ребята, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Мы с Жориком решили написать письмо дедушку... Дедушке, дедушку, дедушке. Дедушке Морозу. Вот. Да. Вот, чтобы он пришел к нам, и не только к нам, а, наверное, чтобы ко всем детям, к вам, к вашим родителям, бабушкам, и подарил всем подарки, о которых вы попросите. А я вот хочу написать, чтобы Дедушка Мороз принес нам всем здоровье в следующем году. Да. Это может быть таким подарком? Может. А я тогда... Вот, здоровье, подожди. Здоровье вам, вашим родителям, вот. А я всем пожелаю... Нет, не пожелаю. Прошу счастья. Да, счастья? Всем счастья. Всем да. Счастья, Дедушке Мороз. Да, счастья. Дедушка Мороз. Прошу. Дорогой Дедушка Мороз, я хочу, чтобы ты... подарил всем подарки всем послушным детям. Кстати, а вы себя хорошо вели? Я не знаю. Ребята, вот мы себя хорошо вели. Все время, которое вы нас смотрите. Мне кажется, что мы хорошо себя. Ребята, а вы себя хорошо вели? Нет. Потому что Дедушка Мороз, он приходит только к послушным да. детям. Те, которые хорошо себя ведут, помогают родителям, да, помогают да. бабушкам, дедушкам, хорошо учатся в школе, каждый да. день ходят в садик. Кушают каши. Да, разные каши. А я знаю, вот я читал, что Дедушка Мороз на каждого вот записывает все хорошие дела. Да, да, ребята, если вы себя вдруг плохо вели, давайте с сегодняшнего дня начинайте исправляться. Да. И тогда к вам обязательно придет Дедушка Мороз. Да. Вот, да. Дедушка Мороз. Прошу у тебя. Дедушка Мороз, я хочу, чтобы ты пришел ко всем деткам, они уже все исправились, они да. уже себя все хорошо ведут. Да. Вот, вот. И подарил нам много-много-много подарков. Да. Ну, и про нас с Лёликом и Жориком не забывайте. Дедушка Мороз, да, Дедушка Мороз, Дедушка Мороз. А Дедушка Мороз, это волшебно. Да. Он за каждым из нас наблюдает. Да. Вот. И потом каждому принесет подарок. А если мы кроме счастья еще попросим что-нибудь себе, можно? Спять, да. Что? Вот смотри, мы всем попросили, да? А себе же тоже надо попросить. Что? Давай. Давай. Вот давай, я себе попрошу. Я себе хочу целую кучу шоколадных конфет. А я себе хочу конструктор большой. Вот такую кучу, да. Я буду есть свои шоколадные конфеты и пользоваться Жорика конструктором. А ты не будешь так, мой конструктор, давать конфеты. Да, я тебе за это буду давать половинку конфеты. Я пошутил, буду давать половинку конфеты. Так, письмо почти готово. Да, надо. Теперь его нужно отправить. Дедушке Морозу. Дедушке Морозу. А, подожди, ребята, вы можете тоже писать письма, отправлять Дедушке Морозу и рисовать какие-нибудь рисунки, какие вы видите Деда Мороза. Да. И присылать сюда к нам на Первомайскую 83. А еще можете рисунки нарисовать своих елочек, которые вы украсили. Да. Да, и присылайте к нам на Первомайскую 83, и мы обязательно их покажем. Ну, а теперь надо... А теперь на почту. На почту. А, на почту давай завтра утром. Давай. Пошли, мой.